Читали ли вы рассказы Паула Савентино? Он еще и рассказы пишет. С меня доволен того, что я фильмы его смотрел, частью по его сценариям. Теперь придется читать рассказы Паула Савентино. Вы его точно ни с кем не путаете? С Альберто Моравио, например. По-моему, из итальянских режиссеров более или менее сложившимся литератором был только Пазолини, который и романы писал, и стихи. Вот, кстати, то, что режиссеры «Новой волны» часто пишут стихи, это великолепно. А вообще, мне кажется, что режиссура и литература – это две очень разные сферы жизни. Я даже не помню, кто из великих итальянцев был хорошим писателем. У Антониони, конечно, дивная книга «Тот Кегельбан над Тибром», но это абсолютно такая проза кинематографическая.